удостоверение и значок ГТО с Агбиевым Фанисом Борисовичем. Ради таких наград Фанис Агбиев старается не пропускать тренировки, ведь стать спортсменом мужчина мечтал с детства. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Фанис уже более 10 лет состоит в баскетбольной команде «Яр-Чалы». Спорт – это движение, дома не сидим сам. А то все время думают, что на коляске так и дома сидеть только могут и по магазинам ходить. По словам спортсменов, упорных тренировок не всегда достаточно для побед. Коляски для игр требуют вложений. Спортивную форму также нужно ежегодно обновлять. А для этого необходимы большие финансовые вложения. Но и эти пожелания спортсменов достижимы. Сегодня им вручили новую долгожданную экипировку. Для ребят были отшиты 10 именных комплектов спортивной формы. Дизайн обговаривали вместе, делятся спортсмены. Она очень нужна была, мы уже давно не меняли форму-то. Я уже не знаю, в каком году мы поменяли. Вообще красивая форма, отлично, мне понравилась вообще. У нас теперь есть вот такая белая яркая и темно-зеленая. То есть мы можем играть как хозяева и как гости. Потому что когда если формы могут совпадать, быть темные у той и другой команды, их судьям будет не очень удобно и комфортно различать. Поэтому должна быть светлая форма и темная форма. Отшить новые спортивные комплекты одежды помогли предприниматели Челнов. Изготовление формы от момента дизайна до пошива ушло всего 2 недели. Приехали сюда, посмотрели на ребят и просто захотелось то, чтобы они выступали в нашей челнинской форме. Компания не коммерческая, у них на это финансов нету, поэтому мы как благотворительностью сделали им за свой счет форму. Спортсмены уверены, что новая форма поможет одерживать победы в предстоящих играх. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.